Детские кепки, сток, мешок весит у нас 5 килограмм. Первым у нас идет вот такая вот панамка замечательная. В составе в основном хлопок. В основном я буду просто показывать вещи, потому что смысла перечислять особо нет. Поэтому зацикливаться особо не будем. Так, мягкие кепочки какие-то. Повязки. Вкладки на голову, точнее. Вот такая вот интересная панамка. Еще одна панамка. Мягкая кепка. Вот такая вот. Наверное, никогда не пойму формат таких кепок. Единственное, да, чего они, наверное, могут защитить, это от попадания солнца в глаза. Но смысл, если голову все равно напекает. Вот еще. Так. Платок на голову. Кепка еще одна. Вот такая вот панамка. Интересная. Девочка, наверное, подойдет. Так, еще кепка мягкая. Вот такая вот кепочка. В следующем у нас бейсболка идет. Даже вещей много. А несмотря на то, что вес вроде как небольшой. В прошлом мешке было около 110 или 115 штук. Не знаю, сколько будет в этом, но по-любому точно не меньше 100. Вот опять же платок. Платок, еще один платок. Так, что у нас такое? Что-то типа банданы, наверное. Так. Панамка. Кепочка, опять же. Шапка. Платочек. Еще один. Вот такая вот черная кепка. Так. Слишком далеко кепка находилась. Это у нас оказалась панамка. Панамка. Бейсболка, опять же кепка, также, так, мягкая шапочка под кепку сделанная, вот такая вот кепка, опять же панамка, похоже у нас уже была, она была чуть потемнее. С бантиком. Так, шапочка мягкая, опять же кепка, еще шапочка, многие у нас спрашивают, что у вас есть в наличии, не продан ли этот лот, и в общем такого рода вопросы задают. Для того чтобы как бы предостеречь, ну как предостеречь, от того, чтобы не задавать такие вопросы, у нас есть прайс-лист. Прайс-лист у нас обновляется каждые 5 минут, но единственную страницу надо, конечно, вручную обновлять, это небольшой минус, над которым мы работаем. Там есть все актуальные товары, которые вообще у нас есть в ассортименте, представлены актуальные цены, также есть ссылки на видеообзоры. Видеообзоры вы сами можете спокойно посмотреть на YouTube. То есть у нас это есть YouTube канал для тех, кто смотрит именно с других сайтов, не с YouTube, на котором как раз эти самые видеообзоры и выходят. На они там появляются, ну, не то чтобы намного раньше, но по крайней мере
все же раньше, чем мы выкладываем, например, в группе в постах. Поэтому можете подписаться на YouTube канал, можете посмотреть там, можете зайти в прайс-лист. Там у нас ссылки опять же на YouTube идут, потому что, чтобы смотреть видео с YouTube, абсолютно не надо нигде регистрироваться, ничего делать, как бы это доступно по умолчанию. Можете спокойно смотреть с телефона, с планшета, с чего вам удобнее, с компьютера, опять же. Вопросы по бронированию, это у нас есть менеджер по имени Эльвира. Она этим занимается, соответственно. И если вам какой-то лот, товар понравился, пишите ей, обращайтесь, спрашивайте, что еще у нас есть. У нас есть также на складе вещи, которые мы тоже постепенно пытаемся снимаем. В принципе, их, конечно, не так много. И также указаны номера, чтобы позвонить и сделать заказ. И номер на WhatsApp, чтобы, опять же, задать вопросы по товару, например. Поэтому звоните, пишите. Мы всегда ответим. Так, шапочка. Опять же, повязка. Что у нас такое? Тоже повязка. Ну как повязка? Это платок, а вот это вот повязка. Я только сейчас об этом задумался и как-то не сразу быстро дошло до меня. Вот такая вот шапочка с этикеткой. Кепка опять же с этикеткой также. Так, сейчас вот здесь вот еще небольшая кучка есть. Еще одна кепка. Платочек. Панамка со шнурком, чтобы не потерялся. Потерялась панамка. Опять же, кепка. Так, чуть-чуть подвинем. В составе, опять же, напоминаю, в основном хлопок. Это у нас стоковые кепки и панамки. Главные уборы для детей. Можно так и характеризовать. Весит 5 килограмм. Мешочек этот. И вот, в принципе, достаточно широкий выбор. Опять же, на лето, по-моему, самое то. Такая вот кепка. Не знаю, может быть, я проморгал, конечно, момент, но, по-моему, у нас вот такого рода кепки еще не попадались. Вот еще вторая. Еще одна кепка. Шапочка. Вот такая вот желтая кепка. Тоже достаточно интересный вариант. Панамка. Вот такая вот кепка. Опять же, шапочка. Еще одна шапочка. Так, маленькая кепка тканевая. И последняя у нас идет вот такая вот кепка. Козырек. На этом все.